Владивосток, 28 ноября 2022 года. Раньше на этом месте устанавливали елку, ну а потом посадили живую. Вот растет. Сегодня во Владивостоке пасмурно, где-то -3. Обещают снег.
Это территория Владивостокского государственного университета. Раньше этот университет назывался ВГУЭС. Там дальше находится фотостудия. Обучают фотографов. Это вот был раньше спортивный комплекс. Общежитие. Вот это здание. Вот здесь вот кафе было. Сейчас там кабинеты. Гостиница «Аванта». Здесь раньше был молодежный центр университета. Вот это еще одна общага. А здесь на крыше театра Underground сделали детскую площадку. А здесь одно время заливали каток. Ну, такая была спортивная площадка, так скажем. Были баскетбольные кольца, ворота, кажется. Ну, каток зимой. А сейчас вот стоянка.
спортивная площадка небольшая. Здесь наверху самолет стоит. Международная лингвистическая школа здесь находится. Спорткомплекс «Чемпион». И здесь еще есть футбольное поле. Здесь гостиница «Аванта». Здесь адрес Нерчинская, 50. Вон там находится тюрьма. Нерчинская, 46, вот этот дом. Дует ветерок. Магазин «Соседи». Что здесь в нем?
гастромаркет. Тридцать восьмой дом здесь. Там за этим домом сопка «Орлиное гнездо» находится. Нерчинская, 36. Вот этот дом. Ветерок такой. Здесь вот школа. На подпорной стене изображен Дерсу и Арсеньев у костра. Это Арсеньев. И тигр. Там наверху сопка «Орлиное гнездо». Оттуда открывается вид на бухту Золотой Рог, ну и на большую часть города Владивостока.
Приморская картинная галерея. Магазин для путешественников. Покровский парк через дорогу. Здесь какой-то детский сад. Гусельки.
Октябрьская, 16. Там наверху воскресная школа, белое вот это здание. Покровский парк.